Предлагают углубиться в изучение родной культуры. В области стартует фестиваль для детей и молодежи «Мойдом.ру». Новый формат объединит в себе несколько конкурсов на знание русского языка, истории и топонимики родного края. Среди интересных проектов – конкурс промо-трейлеров под названием «Там, где я живу». Его организовывает областная научная библиотека. Участникам предлагают снять видео до 3 минут, в котором они познакомят зрителей со своими родными местами. Рассказать можно о географии, истории или интересных людях. Еще один конкурс в рамках проекта – «Язык региона 33.ру». Он рассчитан на все поколения молодежи от младших школьников до студентов. Попробовать привлечь школьников старших классов и студентов, обратить их особое внимание на изучение языка родного края и языка региона, нашего региона. И вот среди работ, которые представлялись на конкурс, были работы, посвященные, например, владимирским диалектам, потом топонимики Владимирской области. К участию в фестивале родной культуры приглашают школьников со всего региона. Муниципальный этап конкурсов пройдет в ноябре-декабре этого года. Подать заявку на участие может каждый. Положение о всех конкурсах проекта отправят по школам области, библиотекам и детским кружкам. Авторов самых интересных работ пригласят на общий праздник. Завершится это все таким красивым, масштабным, очень праздничным фестивалем, который мы планируем провести на базе одного из учреждений культуры или образования, куда соберутся ребята, победители всех 4 конкурсов или проектов, и мы хотим устроить такой для них большой праздник, где будут мастер-классы народных ремесел, где будут выступления коллективов фольклорных.